Вот сейчас я точно за мою рожу держишь, ты ее оторвешь сейчас. Поделся. О, хорош. Я пошел. Куда ты пошел? Дебилок, ты что делаешь? Ладно, ладно, крутим. Всем утюг, с вами Глюк и Дуд. Всем привет. Короче, Супер Баннимен вы просили, вот я все-таки выдернул Дуда от его дел сверхважных и себя от сверхважных дел, и теперь мы вместе танцуем. На этом ролик закончен, всем удачи, всем добра. Все, пускайте титры. Ты подписаться должен на Глюк, ты подпишись, если ты не с Глюка. А вообще, если честно, то вот мы обещали бросить все дела и записать, вот мы бросаем все дела и записываем. Да, нас вот усосало как раз. Итак, суперсложный бомбящий игр. Ты знаешь, игра. Игр это хороший друг, который... Который игр. Ты куда собрался? Ты что-то как-то не по понятиям вообще летаешь там. Во, другое дело, понятно. Отлично. Так, сейчас вспомнить. О, я слон как хвататься за твою задницу. Отпусти мой хвостик. Че, прекрасней хвостик. Ай, нет, не туда. Не туда упрыгал. Не сюда. Не туда, пожалуйста. А туда это куда? Это вот туда. Туда это вперед. А, это туда, хорошо. А назад это... Это не туда, нам туда не надо. Хорошо, кручу. Во, смотри, мы проходим сейчас гораздо дальше, чем обычно мы проходим. Обычно мы вначале прям мучаемся, да? И тут смотри, как оп, и все. И считай, почти уже прошли. И что теперь делать? Сейчас. У меня была тактика, что я типа спрыгну тебя от пидоры ногами, и мы улетим. А ну-ка подожди. А у тебя была своя тактика. А ну-ка подожди. Ты думаешь, там секретное что-то? Сюда иди, я тебя с собой утащу. Я думал, я твой лучший друг, оказывается. Тележка твой лучший друг. Нет, тележка это шляпа. А, ну ладно. И... Опа. Ой, я мостик. Понял. Все, держу. А что делать теперь? Можешь как-то оттуда выпрыгнуть. Хорошо, ладно. Не отпускай. Думаешь, это поможет? Не отпускай. Хорошо. Все, нам нельзя этим злоупотреблять, запомни. Ладно, хорошо, все, отпускай меня тогда. Не-не-не, мы как Симба и Муфаса. Отлично, так. Я так по... Уп! Ладно, хорошо, все, просто договорились. Просто на рандоме. Офигеть. А зачем? А я не знаю, зачем я сейчас прыгнул. Я пытался наверх попасть. Нет, зачем я сюда запрыгнул? Сталактит! Сам хорошо. Сталактит. Еще сталактитом меня не называли. Хамло. Опа! Все, я здесь. Давай, сталактит, прыгай. Вообще-то это каменная морковка. Ну ладно, хорошо. Кстати, похоже на самом деле. Текстуру на оранжевую смени, будет морковка. Только она какая-то кривая, да, елки, я думаю. Да, морковки реальные видел, они какие только не бывают. Некоторые из них даже очень сексапильные. Самое лучшее лечение геморроя. Почему? Я пытаюсь убиться. Я не думал, что это заняло так много времени. Так, мне нужна твоя задница, видимо. Я не знаю, что мне надо. Мы опять в той же самой глупой ситуации. Рули направо, если можешь. Хорошо, я рулю направо. Все, отпускаться? Не-не-не-не-не-не-не. Только попробуй. Понял. Не получилось схватиться в воздухе. Ты хотел быть ниндзей, но ты не ниндзя. Ты просто кусок мяса. Все, я не отпущу тогда твои ляхи. Ох, планка. Как я наловчил. Фига, планка. Планка превыше всего. О, вот, хорошо, все.
Спасибо. Пожалуйста. А тебе представь, что вот это белое, это их ногти. Фига себе ногти. Наркоман. Наркоман. Планка. Цепляйся. Цепляйся. Вот, молодец. Хвостик. Хвостик универсальная вещь. Я жить хочу. А у меня йога. Вот это йога. Ё-моё, ну... Так, подожди, мы сначала проходили гораздо дальше. Давай, давай, давай дальше проходим. Всё, собрались, собрались. А, я понял, почему мы дальше проходили. А, шляпка? По-моему, это было всё. До шляпки еще. Тьфу. Я так хорошо шёл. Да ну ты же не пройдешь так, ну. Пройду. Я зомби, сожрать глюка мозги. Спасибо. Бо. Я тебя поймал. Я поймал тебя! Пидор. Но мне оставалось ничего, кроме этого. Я ничего не знаю. Все, я жду тебя. А, ну неплохо. Хорошо, так. Хорошо. Я воткнулся в камень. Так, еще что расскажешь? Ну-ка. Подожди, подожди. Хорошо, так. А еще, ух, какая интересная история. Отстань. Я просто пытаюсь выбраться отсюда. Нет! Распрыжка не удалась. Спасите. И что теперь? Второй такой же. Да блин. Я тебя сейвить пытался. Да я понял, я видишь, как я что-то не сработал. Хорошо, неплохо. Это нам показатель, не читерить. Чего ты вот сюда приперся, а? Вот ты сдохнуть хочешь, да? А ну вали отсюда быстро. Ладно, ладно, пойду. Пожалуйста. О, спасибо. Не стоит благодарности. Это ты должен был сказать. Сказал я тебе, не стоит тебе благодарности, понял? Чего? Ого. Вот что паника с людьми делает. Так. Нормас. Оставь его. Это плохая идея. Это плохая идея. Все, и был в безопасности. Если бы ты вот так стоял, ты бы умер. Лезь дальше. Гений. Подожди, подожди. Ну ты как-то неправильно в этом сделал. Так. Одно неверное движение. Ладно, хорошо. Куда? На шипы. Я и забыл, что там шипы. Подожди, а что дальше вообще по уровню? Вот интересно. Да, интересно. Интересно, интересно. Ты не вниз за это. Давай, нормально, все. Я тоже хочу впереди посмотреть сам. Это вот вечно там вот ты вот вначале смотришь, а мне тоже хочется. Ну прошел бы дальше. Так я пытаюсь. Когда я умер. Понимаешь? Ну не, как же я без тебя могу? Мы же друзья, я же тебя же... Не могу уже бросить же. Шипы. Да чтоб ты помер, а? Вот так вот ногами тебя оп. Во. Я же говорю, хорошая тактика. Сложи. Ладно, окей. Стой, стой. Мы не перелезем. Ты думаешь? Абсолютно. Тогда я тебя отпускаю. Шуруй отсюда. Друг! Убейся! Просто убейся! Вот так вот, понял? Все, сиди там! Что ты со мной сделал? Что за кровавый писем? Так, ладно, я пошел.
Меня тут обижают, я отсюда пошел. Опаньки. Опаньки. О! О! А! Ошибка! Давай, в шуру и вперед! Не буду тебя пинать даже в этот раз. Спасибо. Или пнуть все-таки. Осторожно, там морковка. Оп. Так. Так, только пинай налево, я тебя умоляю. Так как получится уже. Тогда вот так вот лучше перевернуться, а не жопой. Опа, все, давай. Покажи мне класс. Да! Ты серьезно? Ты гребаный йод, серьезно? Проходи, проходи. Дуд. Вот более тупого фейла в этой игре еще не было. Все, что мы до этого делали, это просто хрень. Ты получаешь приз просто вот за самый тупой и очевидный фейл, который только можно было зафейлить, понимаешь? Боже мой. Ну нет, я же почти там тоже. Боже. Так тупо упал. Это же было шикарно. Писюк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. What's up? Понял, не рады мне тут. Простите, во мне заорала маленькая девочка. Моя внутренняя маленькая девочка. Как романтично. Да, простите. Романтично. Тю-д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 ю. Так, все, иди нафиг от меня, пожалуйста. Все, я тебя бросаю. Ты мне не нужен больше, кроль. Поматросил и бросил. Поматрасил. Поэтому ты решил закончить жизнь самоубийством? У меня теперь каменный пипырка. Здравствуйте. Хотите купить наши крема? Конечно. Измажьте меня всего вашим кремом. Ну давайте, ну что вы ждете? У меня туалетная бумага со вкусом наждачки. Какая на вкус наждачка? Как? Почему? Она же пидорила нормально всегда. Оп. Ладно. Смогу, не смогу. Сможешь, сможешь, сможешь. Колено зацепилось. Тихо ты. Да мне страшно, я паниковать начинаю, блин. Еще камера так отдалилась, собака. Что-то микрофон ушел. Я уйду так. От тебя микрофон к другому микрофону. Спасительная башка. Так, хорошо, подожди-ка. Как сделать так, чтобы нормально улететь? Прицепись просто и будь стопером. И ноги кверху подними. Если я далеко улечу. Мордой. О. Вот почему сейчас вот так, а тогда было через жопу. А иногда прям очень сильно. Да. Я просто стою, я ничего, я там. Цепляйся, просто цепляйся, не надо прыгать. Согни их. Страшно было. Oh, shit. Так, хорошо. Так, забью тебе эту дырку. Давай, прокатывай.
Так, возьми меня, возьми меня. Я не уверен, что я сейчас не скользну вниз. А, блински. А, ты можешь, вот. О, огонь. Так, лифт, 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 лифт. Так, надо кому-то одному туда пролазить. Пролезай. Только не заруй тележку. Угу. Лучше передом, конечно. Да цепись ты от меня, ты мне назад тащишь. Я нашел способ перемещаться. Все, держу тележку своей жопой. Держу жопу своими руками, да? Тележка, тележка. Может, возьмешь меня за ноги, да? Спасибо. Все. Поехали. Держись, ой, держись, мало ли что там будет. Пидорь. Не тут. А зачем я держал тележку при этом, а? Я же тебе только хотел сказать, тебе не... Не... Я боялся, я почему-то боялся и держал тележку, я не знаю зачем. Дебильные камни. Опаньки. Могу запидорить тебя? Не надо. Угу. Хочешь, чтобы тебя пидорил тихо, кто-то ты... другой, да? А не я. Это плохо звучит. Это очень плохо звучит. Ну, учитывая, что цвет твоего кролика розовый. Давайте, ребят, 15 тысяч лайков, пожалуйста, берем. Ну, на самом деле, реально, да, и по времени затратно все это, и по силам это очень затратно. Минимум 2 часа. И да, и вообще, блин! Я в порядке. Все хорошо. Точно? Да! Давайте проходить дальше игру! Здесь так весело! Чтоб вы сдохли, сраные кролики! Это мои внутренние личности уже разговаривают с вами. Пошел, 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 пошел! Иду! Пошел. Иду прям по твоему лицу, иду! Правильно, правильно. Да иди ты! Ходи, иду, ходи, иду. Ходи, ходи, ходи. Хожу. Прям топчусь, можно сказать. Давай, давай, давай. Вау, ну, вау. Передрифт. Передрифт. Передрифт, блин. Одно неверное слово, и ты умрешь. Я это и так было умру. Это было неправильное слово. Так его не было вообще-то, я молчал. Неважно. Вздохи — это неправильное слово. Окей. Все, дует. Не туда! Че это было? Че это было? Ты тупее падал. Нет, тупее, не ты, тупее, чем ты тогда на прыгалке, еще не было. Это было наиболее тупо. Нужно делать, короче, топ падений в этом, в Баннимене. Топ тупых падений. Пацаны, и отбирать, кто победит все-таки. Народ, 25 тысяч лайков, мы делаем нарезку самых бомбящих моментов Супер Баннимена. Они не наберут столько. Это ты решил так отгородиться от работы, да? Идеально. Они на скрапе еле 30-ку набрали. А вот, посмотрим. Вы же сильные ребята, правильно? Так. Хоп! Ляхи! Воняет. Ноготочки, все такое. Воняет свежестью ацетона после ноготочков от той инстаграмщицы. Какой инстаграмщицы? Девочки, записываемся на ноготочки. Вот, ноготочки. А, ну ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хвостатый зверь. Хорошо, хорошо, хорошо. Я планку делаю, только в другом направлении гравитации. Хоп! Давай, ловлю тебя. Кажется, у тебя проблемы. У меня всегда проблемы, блин. И за что ты держишься? Я не знаю, по-моему, за тебя.
Вот сейчас я точно за мою рожу держишь, ты оторвешь сейчас. Поделся. О, хорош. Я пошел. Куда ты пошел? Дебилой, ты что делаешь? Ладно, ладно, крутим. Прыгай. Оба! Да. Пошел он, блин. Я тут пошел. Только рассчитываю на нечто большее, а он пошел. Я все, я пока. Сам ты пока. Поешь дома. О, идеально. Даже ситуация. Я пошел. Куда? Покакать дома. А? Ты же отправил меня покакать дома. Я иду покакать домой. О, я аккуратно держу колясочку. Ты можешь по мне залезть на нее, а там... Не так. Нет, ты должен схватиться за коляску, дебил. Ладно. Я не коляска. Вернись. Это мне вернись? Как я вернусь, по-твоему? Ну, я держу ее, давай. Я не знаю, что, только не пни меня. Я всё, держусь. Держишь? Поехали. Огонь. Идеально. Там надо переложиться на рельсы. А вот тут что надо сделать, а? Переложиться на рельсы и поехать обратно. Что непонятного-то? Вот сюда поехать. Да. Надо перелететь, понимаешь? Хороший уровень. Блин, даже на самом деле подлить не хочется. Слишком жестко как-то все проходит. А представь, что будет на последней локации. Тут иначе, как, по-моему, кооперации реально ничего не пройдешь. Ну вот отпидорит она меня сейчас как надо или нет? Ну если мордой, то да. Я твоя спинка. За императора получается. За императора! Я жив еще. Ты даже убийца не можешь. Так, подожди. Не, я сам залезу. Да нет, я не про это. Мне тут нужно, блин, так прекрати цепляться руками, ну. Хоп. А теперь цепляйся. Держусь. Цепляйся за ноги. Огонь. Подожди. Я не буду пинаться. Так. Плэт. Ты держишь? Нет, ты не держишь. Пни. Так, я сейчас цепляюсь, подожди. И пинаю. Ты держишься? Да. Все, держишься? Да. Ну хотя бы так. Так, давай. Ломаем физику еще раз. Какая потное говно! Ладно. А музыка такая хорошая. И музыка прекрасная. Да. Сама радость. Бетховен написал, кстати. Стой! 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 Сочувствую. Я не знаю, чувак. А что вот сейчас делать? Ну вот. Да вот я тележку, видишь, не руиню. Учись. Я думаю, что кому-то... Да. Надо... Вот сиди так. Да не мотыляй! Ну нахрена ты мотыляешься? Кто тебя просит-то, ну? Ну, пардон. Хотел а вот, вот как я теперь? Вот, все, я вот только держу теперь. Блин. Ну ладно, что, поехали так.
Так, стой. Стою. Копыта, дай свои. Дай свои копыта. Да не подмышки, копыта дай. Ну-ка, давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Тихо. И чего теперь? Да, конечно! И... Там морковка была. Я видел. То есть ты хватаешься за меня, я ложусь вниз тележки и хватаюсь за тележку. По или идее, наоборот. Кто-то должен внизу лежать, кто-то должен сверху. Но фишка в том, что она... Мы же не можем ее так стартануть. То есть, чуть-чуть. И вот этот, тот, кто вниз ляжет, он, скорее всего, толкнет ее. Давай вот в этой позиции сейчас попробуем как-то залезть. Пишемся. Так, нормально, мы можем ее вернуть, если что. Пишемся. Выруливай налево, тормози ее. Все. Я в тележку. Или ты в тележку. Так, пятки мне чьи-то нужны. Должны ее обратно вернуть сначала. Блински. Так, это добром не кончится. Цепляйся. Бей. Не так. Ну-ка, вот так вот давай. Идеально. Хорошо. Так, а вот тебе надо как-то перехватиться. Так, чтобы... Ударь, 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 ударь. Во. Хорош. Так, тебе надо как-то... До связи. Ну, конечно. Поехали. Ну, вот так едем. До связи, до плава. Так, что делать? Что делать, Блэд? Перехватывайся за мои ляхи, если можешь. Я могу смыться. В принципе, это хороший вариант. А ты сможешь смыться? Вряд ли. Я не смогу вот схватить за твои ляхи. Нет, если постараться, сможешь. Ну, это очень сложно. Так. Нет, направо, направо, направо выгинай. Я это и делаю. Ну-ка, давай. Блин, мне надо еще перехватиться. Нужно ухватиться прямо тебе. Во! Давай, бей. Сейчас я за низ тележки вот так схвачу. Хорош! Так, в жопу морковку, в жопу морковку. Она слева, да, так что нам направо. Я реально прям нервничаю, прям переживаю. Блин, а здесь очень мало места. Я вижу, надо эту дичь убрать. Спасибо. Я, блин, вот все. Такие тупые, короче, преграды, и прям страшно с ними. Я тебе не мешаю, все. Блин. Осторожно, там еще шип сверху. Угу. То есть тебе или катиться сразу же вперед, или назад, но назад рискованно. Скука! Зачем я сальто-то сделал, ну? Серьезно, вот такая полоса препятствий в конце. Вот здесь финиш. О, мой бог. Слушай, я хочу посмотреть, что там. Не, не посмотри. Я хотел посмотреть, что там с морковкой. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Убейте меня. Хорошо. Хорошо, прекрасно, спасибо. Я поехал. Скорый поезд Глюка прибывает на первую платформу. Приезжает. Будьте внимательны и осторожны. Нет, прибывает на станцию, съест кукухи. Ну ладно. Скорый поезд Глюк прибыл на первую платформу. Пока! Не-не-не-не-не. Ну нет, ну куда? Ну ёп. Куда?
Чё, куда, где я? А, о, привет. Я увидел себя. Ни хрена себе, ты чё делаешь? Ни хрена себе, ты чё сделал сейчас? Как мне чекпоинтов не хватает. Пить! Прошёль! Прошёль, прошёль тут. Хорошо. Попаньки. Попаньки! Есть. Все, как идеальные носки. Не перехватишься, да? Нет. Я мостик. Понял. Пытайся. Прыгай. Цепляйся. Хорош. Зачем прыгнул? Огонь. Залачил. Окей. Не надо, не надо. Да дуй. И отцепись от моих ног, наконец-то. Залазь сверху. Царь во дворца. Не-не-не. На исходные. Давай, я не знаю, залази, может. Хорошо, что у этих кроликов нету предела для отцепления. В смысле? В смысле, они могут любой вес держать своими лапами. То есть они ни за что не отцепятся. Ага, ну тогда вообще бы неиграбельно было. Все, держишься? Ну вот так вот держусь я. Ну все, поехали. Направо рули. Просто направо рули. Сейчас катится. Ну да. Фу, поехали, идеально. Все идеально. А я ничего не жму. Оно, по идее, само все должно сделаться. Тюка, я перевалился, короче. Сможешь за лапы? Ну, теоретически, наверное. Что ж ты делаешь? Я не рулю. Давай. Вот туда. Нормально. Так. Вот ее бы, конечно, убрать, да, отсюда. Во. Все. Осторожненько. Осторожно. Я осторожен. Блин, страшно как. Сердце бьется, я волнуюсь, блэд. А я сижу, ржу. Боже мой, давай, зам... тебе последний прыжок. Просто уступ. Просто прыгни. Боже, я сделал это! Это сделал! Он не верит, понимаете? Твою мать, серьезно?
Боже, у меня башка кружится. Реально хреново уже от этой игры, ребята. 15 тысяч лайков, ну... Плес. На самом деле это мало. Ну, о, боже, 2 часа 25 минут. Это может быть еще не так уж долго, типа, ну там скрэп-механик мы порой больше снимаем, но так просто по нервам все. Ну вот смотрите, нам нужно 60 монеток для доступа к следующим уровням, так что... Нам еще, то есть нам придется еще где-то задрочиться, чтобы вот это вот... Чтобы открыть вот это. Ну, это получается песочный бич. Песочного бича открыть надо нам. Да. Я правильно же перевел, да? Да. Вы же понимаете, с кем говорите, что я же мастер просто. Мастер по английскому языку, можете у меня уроки заказать. Тебе 5 монет надо набрать, а не 4. А тебе 4? Офигеть. Ребят, короче, всех люблю, всех обнимаю, всех люблю, кроме этой игры. Эту игру просто срано ненавижу. С вас 15 тысяч лайков, чтобы я ее продолжил снимать. Да. Прекрасно. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.